Знаете ли вы, что Gate.io запустил конкурс по бессрочным фьючерсам и скоро стартует мировой чемпионат по этой же тематике на 5 миллионов долларов? А также вы можете заполучить 4000 долларов, даже если не выиграете чемпионат. Давайте разберемся, что можно заполучить. Для того, чтобы участвовать в чемпионате, вам нужно собрать команду. Как только вы соберете команду из 5 человек, вы официально можете посоревноваться за главным призом, а именно за 5 миллионов долларов. А также каждый человек, который пополнит свой баланс не меньше 200 долларов, получит бонус в размере 50 баксов. До окончания официального срока регистрации пользователь может принять участие в командном зачете, либо присоединившись к уже созданной команде, либо создав свою команду. Если до окончания официального срока регистрации число членов команды составляет менее 5, капитан может расформировать команду, а члены расформированной команды могут присоединиться к другим командам, либо участвовать в индивидуальном зачете. Если число членов команды составит менее 5 после окончания официального срока регистрации, а капитан не расформировал ее до этого момента, команда будет расформирована автоматически, и члены расформированной таким образом команды получат 24 часа с момента расформирования на то, чтобы присоединиться к другим командам. Если член автоматически расформированной команды не присоединится к другой команде в течение 24 часов с момента автоматического расформирования, система рандомно присоединит его к другой команде. Таким образом, вы можете участвовать в этом ивенте от Gate.io и торговать с бонусами в бессрочном фьючерсами. Если вы достигнете самого лучшего результата, вы опять же получите 5 миллионов баксов. Конечно, это в первую очередь сделано, чтобы привлечь людей в платформу, и поэтому они создали щедрую партнерскую программу. Спешите и пригласите своих друзей в этот ивент. А вы знаете, что такое фьючерсы? Фьючерсы – это договор на покупку или продажу биржевого актива в будущем по фиксированной цене. Выгода от такой сделки заключается в спекуляции на изменение цены базового актива. Фьючерсы торгуются на фондовых и криптовалютных биржах, например, на Gate.io. Бессрочные контракты устроены по такому же принципу, как и обычные фьючерсы, но без даты экспирации. Покупатель или продавец могут находиться в сделке столько времени, сколько им потребуется. Чтобы купить фьючерсный контракт, не нужно оплачивать его полную стоимость. Достаточно иметь средства на счете для обеспечения открытой позиции. Это очень рисковый и одновременно прибыльный способ заработка в крипте, так что вам нужно осознать все риски и перспективы. Но не надо всем слепо верить, потому что ваши средства в ваших руках. Будьте предельно осторожны. Почему Gate.io? Потому что биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Например, биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. После надо пополнить баланс через криптокошельки и перейти в страницу конкурса и отправить заявку. Подпишитесь на телеграм-канал Ростиксена, там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.